подожди, Жень, не лезь. Подай меня так вот туда. Подай. Вот. А ты... Вот. Вот. Ты понял для чего? Чтобы я сам ушел. Чтобы ты сам ушел от моего тела, от вот моего удара. Ну, когда я вам первый раз делал. Я тебя придержал тогда. Я тебя предскипнул, придержал. А сейчас я тебе показал, что ты можешь уйти от моего удара. Еще плюс. Сам бы ты нет ударов, правильно? Вот. Поэтому там спешить некуда. Плюхнуться и лежишь, лежишь. Понял для чего? Да. А еще смотри. А еще интересная штука. Вот смотри. Вот, допустим, бьют в живот. Ногами умеешь бить? Нет, прямой удар вот такой. Коп. Давай, давай. Вот. Вот теперь сюда меня толкай. Вот. Хоп! Видишь? Хоп! Чтобы удар смягчить, если там сильно там на тебя раздержались, там, вот так вот. Воу. То ты раз, и ушел с линии атаки, а потом хоп под ноги. И-пи. Вот так вот, хоп. Ну? Ты видишь? Шпагат, не знаешь, что делать, шпагат садись. Нет такого, что такое. Значит, да, да. Спасибо. Чё эти дни прогуливал, а? Чё эти дни прогуливал? А, далеко где-то? А чё, красненько. Вот рядышком здесь. А ты не трёшь! Она решает. Без газа. Тем более, брат, еле-еле дошёл. Да, попробовать снова ударить. А где штаны твои? А я же бабушка. Понял, понял. Ну тогда хорошо. Тогда давай планочку сделаем. Нет, планочка это когда ножки вытянуты назад, вот так ставишь на локтях. Ножки полностью назад. Ой, нет, не-не-не. Полностью назад. Как на ужине плеч, на ширине плеч. Ножки назад вытянуть. Назад. Уже, ножки, уже, уже. Поднимай задницу. Держись. Поднимай задницу. Держись. Держишься. Да, держись. Вперед смотри. И теперь наклонный начинай. Да? Прям до пола. До пола. Прям ложись на пол. О, молодец. Поехали. Я в шпагате. Потому что занимаешься. Я нельзя все не подавать. Ты тоже сейчас будешь заниматься. Делай, делай, делай. Делай. Стой, я еще не начал. Теперь начнем. Так, ладно, закончили, Женя, молодец. Хорошо у тебя получается папу бить. Классно. А теперь бери нож. Делай. Бери нож. Будешь папу резать. Били-били, не добили, сейчас его зарежем. Давай, вставай. Так мы в другой раз. Ты тоже единожек бери. Там. Я ложусь. Там. Давай. Как мы? Деревяшку можно. О, положить. Кстати, Серег, смотри, приколюху. Смотри. Иди сюда. Пойдем. Пойдем, пойдем. Что, конечно? Не, я Леша говорю. Смотрел, сейчас буду делать. Ты сюда, подойди. Забыл, что ли? Я вспомнил тебе. Сказал. А, нет, стой. Смотришь туда и ножом делаешь мне разные действия. Режущие, кожи.
ничего. Вот так вот. Вот, смотри. Смотришь туда и делаешь. Там, давай, вышли. Раз. У пола меню разные. Жень. Там у пола настоящий. Вышли. Настоящий, чтобы не было. Ты чё, блин? Просто стой тут, ходи. Уходи сюда, сюда. Это прям камень. Как ты ножик возьмешь? Вот так. Еще иди сюда. Оп. Вот так. Иди сюда. Забыл. Фигня. Понял, да, фигня. Потерялся немножко. Все, ложи ножик. Опять? С разных сторон можно заходить, обходить. Подальше. Давай. Не резко. Ты встань на меня, смотри. Зачем? Что ты туда смотришь? Смотри, какую скорость. Сереж, смотри. Чтобы у него ножик забрали. Давай, отчеты ставь, ты должен меня забрать, вставай. Чай? Да. Сейчас. Давай. Да, давай еще поработаем. Нет. Вот смотри, какую я нашел штучку. Порежешься, руки порежешь. Бомбук. Бомбук. Пить хочешь? Руки порежешь, будет настоящий. Подъем, подъем. Смотри, какая фишка. Сереж, тут горячий он, подожди, его надо оттуда разбавлять. Надо его разбавить. Сейчас стаканчики достану. Растяжку не сиди. Планка, растяжка, вот туда повернулся к стенке. Сейчас я тебе кое-что скажу. Такую штучку. Ну, горячий. Тогда на этот поставь ногу. Хочешь, иди, у тебя бутылочка там в сумке твоей. Воды нет. Вообще нет? Да, закидывай, давай, растяжку. Ногу наклон. Леш, быстрее, я чай для кого делаю? Быстрее. 50 раз на... выше ногу поднял, выше ногу. На следующую ступеньку. Да, пошел 50 наклонов. Зацепился за верхнюю планку рукой. За верхнюю планочку, да, и пошел. Устал? Ну ничего, подыши, посиди, хорошо.
приятного чаепития. Обращайтесь. Раз, два, три, четыре. Сейчас я попью немножко, Женя, остынет. Ты сюда, это как заварку? Да, пусть как заварка будет, да. Вот, я разбавил тоже. Ты наливаешь еще? Я ему остал. Я два стаканчика. Смотри, тут фишка такая. По русскому стилю вот эти вот были вот исследования Кадочникова, когда они группу исследовали. То есть мозг у человека работает. Тянись к ножке, Леша. Проще. Давай, на другую ногу. Вот удар, когда, допустим, идет, ножом, да, вот летит нож. Вот. Пока он примерно где-то вот такое расстояние, сантиметров 20 до тела, не дошел, все это может перестроиться. Да. Как только вот до суда дошло, и тут уже человек ничего не делает, нападающий, он просто тупо идет. Поэтому вот с этого положения нужно сделать позволение. То есть встроиться туда, вот, и прям можно так раз, прям, не, это сильно, прям вот, знаешь, вот маленьким касанием провожать. И, то есть, я не знаю, никто ничего не говорит конкретного, как бы, вот. Ну, эффект такой, что тебя затягивает, то есть туда вот, если ты... Нет, это все силы. А, попробуй. Вот прям вот такая провожалочка, видишь? Прям легкая. Ты сейчас вот раз и встроился, да. Ну, это ты уже умеешь. Ну да, знаешь. Да, да. Так, я если податливый, конечно, вытягивает. Когда в состоянии там вот в таком вот бьют, вот. Это сейчас вот ты силой сделал, видишь? А если вот в таком вот состоянии, допустим, вот так же сделать... Вот. Просто оно. Ты протягиваешь. Да, то есть я ничем протягиваю, в принципе. Я практически. Нет. Вот не тело. Телом, если бы было, то это физическое было. Ты же в любом вращении же делаешь. Ты же ты задаешь. Я медленно делаю. Медленно смотри. Раз. Я даже ушел. Вот. А это уже идет, она как вот обкатка. Вокруг вот этого вот, то, что вот. Я не сказал телом, я не имел в виду, что ты телом встречаешь, а ты позволяешь через вращение тела. Да, то есть тут я действует. Как бы вот малейшим касанием, вот оно дает такой эффект, что ты не можешь оторваться от него. Ну, обкатка, да. Прилип и обкатка. Вот как прилип, ты к нему и все. И держишь его вот именно вот там. А тут уже бессознательно начинаешь воздействовать. Согласен полностью. Вот это вот штучка. Но я иногда заигрываюсь и загоняюсь. Мне вот это мне безуха пока больше по нутру, чем вот тонкие материи. Ну такое, да, это неразумный, в общем. Нет, это все понимается, как бы понимание приходит, и потом обучение тела. Ты зачем листы скинул вот эти вот? Поставь назад. Ровненько поставь назад. Тебе там что неудобно было? Жень, помоги ему листы назад поставить. А я хочу подержаться. А вот ты можешь вот здесь, вдоль стены подержаться. Давай. Дозина.